Владимир Владимирович, вы неоднократно призывали меня, как всех других граждан. Не надо обращаться к президенту. Обращайтесь в суд. Я очень хочу обратиться в суд. На бывшего директора ГБУ жилищник Щукина, Бравина Алексея Анатольевича, который недавно стал уже заместителем главы управы района Щукина. Но у Бравина Алексея Анатольевича за мои же денежки платильщика за так называемые услуги юридический отдел, который может против меня защищать его в суде. Кроме того, Бравин Алексей Анатольевич может за мои же платильщика за услуги денежки нанять против меня каких угодно адвокатов, любых, может, сколько угодно против меня потратить мои же плательщики денежки. А у меня только пенсия, которой мне не хватает на дешевую еду, дешевые лекарства. Я бы очень хотел получить ответ не от ваших помощников, не от вашей вертикали власти, этого я уже нахлебался. Во как! Я хочу получить ответ от вас, президента моей страны. Я бы очень хотел подать в суд на Алиханова Илью Михайловича, начальника жилинспекции Северо-Западного округа. Но у него тоже. За мои же налогоплательщика денежки юридический отдел, и он также за мои же налогоплательщика денежки может нанять против меня каких угодно любых адвокатов, а у меня все та же пенсия, которой мне не хватает на еду и лекарств. Я бы очень хотел подать в суд на бывшего начальника ОВД Щукина, Фарвазидинова Илья Сафаритовича, но у него тоже за мои же налогоплательщика денежки юридический отдел, и он также за мои же налогоплательщика деньги может нанять против меня любых адвокатов. А у меня все та же пенсия. Скажите мне, президент, как мне реально осуществить ваш призыв? Скажите, как, президент? Если вы не клоун,